Королева Виктория никогда не считалась красавицей, но на картинах этого немецкого художника и она чудо, как хороша. Принцессы и герцогини со всей Европы выстраивались в очередь, чтобы получить шедевральное изображение самих себя в исполнении Франца Ксавера Винтерхальтера. Среди них немало русских. К примеру, Софья Нарышкина, когда-то удивившая все светское общество, выйдя замуж за бывшего любовника своей матери, или же великая княгиня Елена Павловна Благотворитель и меценат, покровитель Брюлова, Айвазовского, Иванова, Рубинштейна. Или вот Леонила Борятинская. Художник считал ее самой красивой женщиной, которую он когда-либо рисовал. Винтерхальтер мастерски передавал женское обаяние своих заказчиц, но при этом ему неизменно удавалось сохранить портретное сходство.